Привет зрителям канала, у нас новый день и новая посылочка из места Киева, вид Пола Александра. Так, и це у нас китайская мини-пила. Значит, Олександр з нами зв'язався, сказав, що проблема в акумуляторі. Він до... Вижу, тут його вже вскривали. Так, сказали, що проблема з акумулятором по той причині, що купили новий і все працює отлично. В чому заключається сама проблема? В тому, що так вона повинна працювати. Ну, надіюсь. Да, все, вроде ок, працює. Но, говорит, при нагрузке останавливается, уходит в защиту. Так, ну что, будем сейчас пробовать. Так, пилить я не буду, чтобы не засорять рабочий стол. Давайте попробуем просто на бруску. Да, кстати, если вы хотите отремонтировать у нас свою технику, можете отсылать через новую почту, как, например, сделал Александр. Отремонтируем, если что-то интересное, снимем контент. Ну, обычно или аккумуляторную технику все любят смотреть. Связь со мной по Viber. Viber будет в закрепленном комментарии. Все, давайте тестировать. И все. И все, она в защите. Не включается. Когда ты включишься? А ну-ка, давайте так крутнем. Не хочет вообще. А как? Вот так, наверное. Давайте еще раз. Все. Так, что, давайте замерим напряжение. Так. Что у нас выдаст в общем? Ну, 20 вольт есть. 20,3. Что, разбираем сам корпус аккумулятора, посмотрим там уже. Так, имеем уже разобранный аккумулятор. Два транзистора MOSFET на месте. Обычно могут поплыть они от нагрузки. Что это? Вижу, что уже точечной сварки здесь нету. Здесь паяли. О, здесь как мощно паяли что-то. Пытались ремонтировать, наверное. Александр мне что-то говорил, мы проверяли именно банки. Так, ладно, сейчас я проверю банки. Каждую отдельно. Сначала я банки проверял, вроде бы по 4 вольта. Потом я начал его, так сказать, трошки нагрузочки давать. Я, кстати, по-народному сказать, задрачивать. И, короче, что, дивіться. Зараз у меня він вообще не хочет включаться. И это замечательно, что сейчас пила не хочет включаться. По той причине, что вот смотрите, вот крайняя банка. Вообще 0,3 вольта. Здесь 4, здесь 4, здесь 4, здесь 4. А этой банке жопа. Вот тут где паяли, Александр паял. Надеюсь, это он паял. Он правильно рыл. В этом баночке была проблема. Ну что, меняем. Так, вот это датчик температуры, защита. Так, мы его вот так вот в сторону. И все, занимаемся заменой. Так, ну я тоже буду паять. Есть кто паяет, кто плюется, говорит, что не по технологии, надо точечную сварку применять. Уже заказал, будет скоро у меня точечная, будем уже по технологии. Ну а сейчас будем точно так же. Сейчас, ну мы сразу, ну да. Мы уже отпаяем и припаяем новый аккумулятор. И все будет работать. Так, поставил самсунговскую баночку. Так, что, давайте посмотрим, что у нас в сумме показывает. 19,8. Сейчас соберем и затестируем. Без зарядки даже, под зарядки. Сборка завершена. Так, чтобы вы там не думали, что я там подзарядил его, смонтировал видосик, смотрим, что у нас как было 19,8, так и есть. Так.
отлично. Все, проблема решена. Заменой вот этой дохлой баночки. В этом вся была проблема. Так что, кому было интересно, может быть полезно, сами кто-то отремонтирует, то не забудьте поставить нам лайкос, а мы собираем, пакуем и отправляем Александру на Киев пилочку уже в рабочем состоянии. Хотя она и была рабочая, только в аккумуляторе была проблемка. Всем пока-пока. Все. Небольшой кадрик. Так, что там видно? Видно. Давайте вот эту баночку все-таки еще раз проверим. Что она у нас покажет. О, смотрите. Она уже 4 показывает. Вот это да. А знаете, какой эксперимент можно проделать? Сейчас. Так. А давайте мы вот так вот сейчас грубым способом. Вот так вот 5 витков я взял. Не вес жгут провода. И сейчас мы коротнем его. Так. Он вообще нулевой. Вот сейчас мы его смотрим на мультиметр. Я уверен, что тело он сейчас мертвый будет. А, 1,7 показывает. Однозначно здесь в этой банке проблема. Но для хейтеров, наверное, все-таки я приобрету еще анализатор аккумуляторов. Ну, чтобы вставил, будет видно, что он жилец, не жилец. Вот так вот. Ну, теперь точно всем пока-пока.